В минувшую субботу в Копейске на стадионе по техническим видам спорта прошел открытый Кубок Урала по мотокроссу. Несмотря на холодную погоду, на старт вышли все участники, экипированные в соответствии с правилами соревнований. Спортсмены приехали с Перми, со Свердловской области, с Кургана, с Тюменской области, Ямало-Ненецкого второго округа. Порядка 250 человек участников. Это классы, начиная классы 50, 65, 85, открытый класс и класс любителей. Все спортсмены выступают на шипованной резине. Вся резина и передние, и задние баллоны шипованные. Высота шипа 7 мм, более для безопасности. На зимней трассе готовы выступать не все гонщики. Ведущие спортсмены страны проводят этот период года в теплых странах. Те, кто остается, стараются соответствовать летнему уровню подготовки, несмотря на сезонный дискомфорт. Трасса как бы с каждым кругом разбивается, не надо выбирать траектории с каждым кругом другие, потому что трасса разбивается. У меня возрастной мотоцикл, класс 85, это люди от 12 до 15 лет. Что касается зрителей, то их низкие температуры не пугают. На фоне белого снега маневры мотогонщиков выглядят более зрелищно. Поэтому многие копейчане с удовольствием приходят на такие соревнования именно зимой. Раз в году. Ясно. Погода не помешала? Холодно же. Нет, нормально. За кого пришли болеть? Так, посмотреть. То есть увлекаетесь мотокроссом? Сын. Но он не участвует сегодня. Семья спортивная. Мы футболом увлекаемся, плаванием, много чем. Просто привела мальчишек, своих племяшек, чтобы посмотрели на спортсменов. А они были уже когда-нибудь на мотокроссе? Нет, первый раз. Как впечатление? Нравится, смотрит завороженно. В следующий раз такое же завораживающее зрелище можно будет увидеть в Копейске через месяц. Соревнования чемпионата области по мотокроссу запланированы на 23 февраля.